и закрытый. Открытый перелом – это перелом, при котором отломок кости протыкает кожу. Это состояние опасно из-за того, что при открытой ране высок риск инфицирования. Закрытый перелом – это перелом, при котором кость сломана, но находится под кожей. Компрессионный перелом – закрытый перелом, который возникает, когда две кости или больше под действием внешней силы сталкиваются друг с другом. Обычно такие переломы встречаются в позвоночнике и могут быть результатом падения с приземлением на ноги или в положении сидя, или далеко зашедшего остеопороза. Отрывной перелом – это закрытый перелом, при котором часть кости отламывается под действием внезапного, очень сильного сокращения мышцы. Такие переломы распространены среди молодых спортсменов и могут возникать, если хорошо не разогреть мышцы перед тренировкой. Также они могут быть результатом травмы. Вколоченный перелом похож на компрессионный, но он возникает в пределах одной кости. Это закрытый перелом, при котором кость сдавливается с обоих концов и ломается на два фрагмента, которые вколачиваются друг в друга. Этот тип перелома распространен при падениях с высоты и автомобильных авариях. К любым переломам нужно относиться серьезно. Если вы подозреваете, что кость могла быть сломана, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.